Как ни странно, обязанность пропустить пешехода, введенная в ранг обязательного правила, привела поначалу к обратным результатам. У нас в Отечестве все наоборот. Это уже аксиома. Вышло так, что пешеходы, уверовав в свою правоту на дороге, идут себе беспечно, тем более на зебре. А водители, которые всегда спешат, пеших сограждан иногда попросту презирают. В итоге ДТП разного калибра, от неприятностей и ругани до трагедии. По российской статистике показатели по наездам на пешеходов непосредственно на переходах растут. И тут, как говорится, хоть разбейся. За 11 месяцев этого года на дорогах только областного центра произошло 320 наездов на пешеходов. Из них 117 наездов на пешеходных переходах. То есть на тех участках, где пешеход должен чувствовать себя в полной безопасности. В данных дорожных происшествиях погибло 3 человека и 124 человека получили телесные повреждения. Однако, справедливости ради, надо сказать, все по той же статистике, каждое 9-е дорожное происшествие случается по вине пешеходов. Так что все хороши. Внимание и вежливость. Вот что бережет нас на дорогах. А что касается амбиций и потрясаний кулаками вслед нарушителям, то здесь надо помнить давние высказывания матерых водителей: «Уступи дорогу чудаку, потому что всегда неправ тот, кто в реанимации, даже если он был прав».